От калининградского транзита и ситуации на постсоветском пространстве до вопросов обороны. Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Блокировка транзита – одна из главных тем. Ее главы государств обсудили серьезно и обстоятельно. Кроме того, речь шла о ходе специальной военной операции. А на ситуации на постсоветском пространстве лидеры остановились отдельно. Много времени заняло обсуждение поставок российских энергоносителей в Европу. Президент России подробно проинформировал Александра Лукашенко о ситуации. Владимир Путин отметил, что Россия готова выполнить свои обязательства и по желанию стран Западной Европы обеспечить поставки природного газа и других энергоносителей, которые там сейчас в остром дефиците. Особенно это актуально накануне зимнего периода. Важная тема беседы – также поставки наших товаров через порты Санкт-Петербурга и строительство белорусской гавани в Бронке. Затронули и вопросы обороны и безопасности двух стран. По сути, разговор стал продолжением недавних переговоров президентов. Обсудили лидеры и график предстоящих встреч. Телефонный разговор президентов Беларуси и России длился 40 минут. Голод не грозит. Уборочная кампания стартовала без промедлений. К уборке озимого ячменя, а это самая ранняя зерновая культура, приступили уже во всех регионах страны. Темпы стремительно растут. Убрана почти половина всех площадей этой культуры. Если западные регионы на финише, то на юго-востоке основная работа еще впереди. Впрочем, важна не только скорость, но и качество намолотов. То, что в мире ожидается продовольственный кризис, хорошо известно. А потому важно наполнить свои закрома и накормить те государства, которые заинтересованы в поставках нашей продукции. Что уже пожали белорусские аграрии, знает Илья Соболев. Столбцовский район – сельхозпредприятие родина Якуба Колоса. Имя своего известного земляка произносят с гордостью. Это ко многому обязывает. Особенно в год 140-летия со дня рождения классика. Да и столбцам в сентябре принимать областные дожинки. К уборке озимого ячменя в хозяйстве приступили еще в пятницу. На эту культуру большие надежды. А потому площадь под нее в этом году увеличили вдвое. Сегодня убирают последние из 200 гектаров. Я доволен урожайностью, где-то в пределах 55 центнеров. С чем связано увеличение площадей? Во-первых, это очень хороший предшественник под азимрапс. Рентабельность хорошая. Начали убирать, влажность была около 20%, сейчас на данный момент 15%. Все, кто в поле, понимают, это те самые дни, про которые говорят, они год кормят. Механизатор Геннадий Янский всегда в лидерах на уборке. Нынешняя кампания для него юбилейная, 20-я. Сейчас беспокоит только одно. К вечеру ожидается дождь. Дорога буквально каждая минута. Убираем их без проблем. Да, немножко влажноват ячмень, но погода день-два, и мы хорошо его сволочим. Довольно неплохо. Какой урожай будет? Не засушило, дожди шли, так что урожай будет в этом году. В полях на уборке ячменя 6 комбайнов и 6 машин на отвозке зерна. Вся техника на ходу, запчастей и топлива хватает, с кадрами проблем также нет. Эдуард Ревмашевский – еще один районный передовик. В хозяйстве 33 года, но, говорит, сегодняшний день особо волнительный. Не привык работать на камеру. 14 ходок сделал, это вот, грубо говоря, 140 тонн перевел зерна. На сегодняшний день уже у меня 300 тонн. Стараюсь, чтобы техника не простаивала, чтобы то же самое автомобиль никогда не подводил. Как говорится, что заработаешь, то и поимеешь. Впрочем, во время жатвы личный интерес отходит на второй план. Убрал на своих полях, помоги соседям. Принцип взаимовыручки между хозяйствами работает каждый год. Ячмень для района без преувеличения – культура стратегическая. Поголовье крупного рогатого скота на Столбцовщине более 52 тысяч. И для них это незаменимый корм. Что касается озимого ячменя, то в прошлом 2021 году сеяли мы ее в передовых хозяйствах, то есть это южное хозяйство Столбцовского района. Сейчас мы уже по всему району решили попробовать. Два хозяйства закончили уборку на сегодняшний день Столбцовского района, и вот все остальные то же самое планируем пару дней завершить. После на родине Якуба Колоса планомерно приступят к уборке рапса и тритикали, а там и пшеница с гречихой созреют. Областной праздник тружеников села Столбцовщина намерена встретить, как и полагается, радушным хозяевам с внушительным караваем. Внимание к жатве традиционно на самом высоком уровне. Особенно сейчас. Оно и понятно. О хлебе насущном заботы начинаются еще весной. Тогда время сеять, теперь собирать урожай.
Кстати, на этот счет поручения президента предельно четкие и жесткие. В полях убрать все до последнего зернышка. Это вопрос национальной безопасности. Ведь о надвигающемся голоде говорят уже не только в Африке и Азии. С дефицитом продовольствия столкнулась и благополучная Европа. Оттого и требования к качеству жатвы, к дисциплине на полях особые. Кто трудится усердно, и санкции не заметит. И в первую очередь этот президентский посыл руководителям на местах. Сделайте все для того, чтобы в этом году организованно провести уборочную кампанию, собрать хороший урожай, сделать хорошие запасы. Мы все время говорим на уровне районов, небольших, средних городов о том, что надо накормить животных, скот там и так далее. Это правильно. Но не забывайте, что нам надо людей кормить. Подумайте, где вы будете хранить все необходимое для того, чтобы обеспечить жителей своего района. Дисциплина исполнительская, технологическая дисциплина, порядок должны соблюдаться неукоснительно. Впереди у нас непростой с вами экзамен. Но выдержать мы его можем только при высокой организации дела. Все в наших руках. Давайте будем действовать. Уборка озимого ячменя по всей стране близится к экватору. Убрано уже 44% площадей по всей стране. Лидер по темпу уборки – Брестская область. А самая высокая урожайность в этом году на полях Гродненщины. Минская, Гомельская область убирает как в среднем по республике, немножко позже сроки уборки по Могилевской и по Гродненской области, где убрано порядка 20-25%. Отдельные регионы делают пробные шаги по уборке озимого рапса. Одновременно по всей стране продолжается заготовка травяных кормов. Первый укос уже позади. Минская и Брестская области приступили к уборке льна. Погода аграриям благоволит, что тоже немаловажно. Илья Соболев, Лада Корницкая и Сергей Янковский. Наши новости. Амнезия на почве русофобии. Поляки и украинцы, которые враждуют из-за волынской резни, предпочли не замечать трагическую историю, забыть о взаимных претензиях. Все это в угоду Западу. Сегодня кровавая годовщина событий. 79 лет назад вооруженные отряды украинских националистов, которые называли себя повстанческой армией, устроили кровавую бойню, напав на 99 населенных пунктов, где жили этнические поляки в теперешних Волынской, Ровенской и Тернопольской областях. Более 100 тысяч человек убиты лишь потому, что были поляками. Жизни отбирали у всех, включая женщин, стариков и детей. Руководили нацдвижением Бандера и Шухевич, которых Киев сегодня считает героями. В Украине есть культ бандеровских героев. Допустим, вот Шухевич, который является такой иконой украинской повстанской армии, который возглавлял украинскую повстанскую армию УПА. Он высказался за продолжение волынской резни, там весь этот провод бандеровский собирался. Он высказался за. Это были ужасные чистки. Ужасная резня, и это, безусловно, акт геноцида, потому что людей убивали по этническому и конфессиональному признаку. Римо-католик и поляк. Польская армия Краева на зверство ответила зверством. За ними также числятся такие же кровавые рейды. И те, и другие убивали в основном с помощью холодного оружия. Уничтожение достаточно было жесткое, в том числе и, как говорят, с помощью топоров, ножей, кос и так далее. Кстати, что говорило о том, что принимали участие не только вооруженные люди, но и какие-то представители мобилизованные, крестьяне и так далее. То есть, видимо, экономили также патроны, как считают многие украинские и польские историки, потому что немного с вооружением всегда была проблема определенная в этот период. Это как бы смерть, которая не происходила ежесекундно, то есть это были мучения. Это были мучения, связанные с семейными историями. Это касается, например, детей и родителей. Родители видят вот убитых детей. Дети видят убитых родителей. Или, например, родственники, бабушки, дедушки видят. Это массовое убийство, оно является геноцидом, и оно противоречит вот добру и истине.
Еще одно подтверждение территориальных амбиций – откровенный призыв к геноциду, на который нет реакции мирового сообщества. Бывший президент Польши и к тому же лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что Россию нужно территориально раздробить, а ее население существенно сократить. Именно тогда Запад доведет свои планы до конца. При этом все население России более 144 миллионов. То есть уничтожить предлагают практически каждого третьего. Тут вопрос заключается в том, что Лех Валенса не является официальным госслужащим, и ему как-то предъявить или Польше, или коллективному Западу за эти высказывания сложно что-то будет, но это не отнимает значение и смысл его слов, потому что весь коллективный Запад всеми своими действиями, включая официальных лиц, говорит о том, что план у Запада именно такой. Расчленить, уничтожить нас, чтобы нас жило ровно столько, чтобы могли обеспечить безбедное существование благодаря нашим ресурсам западной цивилизации. Нас план категорически не устраивает, и именно из-за того, что этот план они постепенно начали реализовывать жизнь, началась специальная военная операция на Украине. Киевский режим всеми способами пытается сделать врагов из белорусов и украинцев. Дело не только в публичной риторике, но и в подготовке откровенных провокаций на границе. Об этом сегодня в проекте политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда». Ядром программы станет собранный автором материал из командировки на юг Гомельской области, в том числе боевой выход на катере береговой охраны. Что удалось увидеть и услышать? Как работают пограничники на южном направлении и почему на каждой заставе есть фотография лабрадора. А также главные тезисы президента на минувшей неделе, в том числе о долларах, которые не намажешь на хлеб. Пропаганда сразу после наших новостей. Доступная медицина на местах – один из приоритетов государства. Как сделать путь к врачам проще? Жителям отдаленных уголков в Брестском районе в этом помогают передвижные медкомплексы. Теперь не обязательно ехать в больницу, чтобы получить помощь или консультацию. Такие амбулатории уже полгода работали в трех районах области, а сегодня к ним добавился и Столинский. В первый рейс с ФАПом на колесах отправилась София Бережная. Возможности посетить консультацию врача на месте в родной деревне Теребище Валентина Климович упустить не могла. Давно мучили боли в суставах, и давление дает о себе знать. Ближайший ФАП в соседнем населенном пункте. Расстояние не близкое, в такую жару и на велосипеде передвигаться непросто. Ноги болят, судороги. Терапевта нету этого. А кто? Куда ехать? В Столин надо. Записываться желательно, если бы хотя бы на месяц-два раза приезжал врач. В Столинском районе три больницы и более 30 ФАПов. Чтобы пожилым людям не думать, как преодолеть путь до них, даже пару километров до соседней деревни, к ним приезжает специальный передвижной комплекс. Прием в формате живой очереди. И лекарства, и витамины, и это пить. Будем лечиться. Довольно приемом, нормально. Передвижной комплекс почти не отличается от полноценного медучреждения. Тут и оборудование, от кушеток до портативных аппаратов. В новеньком автомобиле два кабинета. Приемы ведут гинеколог и врач общей практики. С проблемами к доктору широкого профиля пришел Василий Квятко. Для пожилого человека это единственная возможность вылечиться. Тут дома, а то надо ехать или идти. Нога болит, не могу ходить. Здесь можно сдать анализы, сделать прививку и пройти УЗИ. Порядок и режим работы медкомплекса определяют райисполкомы с учетом потребностей населения. Такая амбулатория при необходимости может подъехать к дому и даже доставить медикаменты. Учитывая особенности нашего района, это тем более очень важное приобретение. Скажу следующее. Наш район один из самых больших в Республике Беларусь. Протяженность его более 100 километров. Комплекс, он дорогостоящий. Значит, он не должен простаивать. И мы будем составлять план так нашей работы, чтобы мы выезжали ежедневно. Будем доезжать до тех отдаленных пунктов. Передвижные ФАПы уже работали с начала года в трех крупнейших районах Брещины. За это время их преимущества оценили более 3000 человек. Первичная медицинская помощь – это наиболее важный, востребованный вид медицинской помощи, который позволяет выявить людей на начальных стадиях хронических заболеваний, выявить предраковые заболевания. Поэтому чем больше мы охватим население первичной медицинской помощью, тем больше, соответственно, можем повлиять на показатели здоровья населения.
Стоимость такого ФАПа на колесах около 300 тысяч рублей. Закупают за счет областного бюджета. Скоро такие медпункты заработают в Кобринском и Ивацевичском районах. Техника закуплена и доставлена. Сейчас идет согласование графиков и подбор врачей. София Бережная, Кирилл Липовик. Наши новости. Брест. Удобные административные процедуры для населения. Новое здание ГАИ торжественно открыли в Минском районе. Это один из подарков к 86-летию ведомства, которое отметили в День независимости. Поздравить с новосельем прибыло руководство МВД и области. Новое здание в Заславле отвечает всем требованиям для качественного несения службы. Современный вид, уютные кабинеты, просторная стоянка для транспорта. В ГАИ уверены, что такие перемены улучшат скорость и качество обслуживания. Принимая решение об открытии ГАИ именно в городе Заславле, мы исходили в первую очередь от пожелания наших граждан. Ведь все административные процедуры, которые здесь выполняются, это именно для удобства. Я уверен, расположение сотрудников ГАИ, а именно нахождение отдела ГАИ, оно поможет обеспечить безопасность дорожного движения и сохранит не одну жизнь. Ведь сегодня поток машин, транзит очень большой идет через Минскую область, ну и, естественно, через Минский район. Материально-техническая база сотрудников госавтоинспекции должна быть на соответствующем уровне. Поэтому это на самом деле не какая-то дань моде, а объективная необходимость. И, безусловно, понимая, что мы все делаем одно дело, потому что сегодня развитие любого региона, в том числе и Минской области, конечно, невозможно без органов госавтоинспекции. В честь праздника – награды и благодарности лучшим сотрудникам. Также инспекторы получили комплекты ключей от новых служебных авто. Теперь на вооружении отдела ГАИ Минского РУВД 14 дополнительных машин. Ну а далее история еще одного юного героя. Минский школьник во время летнего отдыха у бабушки спас тонущего мужчину. ЧП случилось в Лунинецком районе. И сразу же отважный поступок сделал 14-летнего подростка местной звездой. Подражать, но не всем. Ирина Плотская. Николай Станиславович теперь старается озеро Вульковское обходить стороной. А ведь именно здесь, в детстве, он научился плавать, да и потом переплывал его от берега до берега не раз. Недавно подвиги молодости пенсионер решил повторить. Храбрости придал алкоголь. Приехал, была жаркая погода, решил искупаться. Заплыл метров 300, не меньше. И меня стало тянуть. Я плыву, волны. И стал кричать о помощи. По счастливой случайности в это время минский школьник Никита Вечерко приехал на пляж. В Вульково-2 семья навещала бабушку. Когда отдых прервал крик о помощи, подросток понял – медлить нельзя. Я подплыл к нему. Сначала я хотел на спине, но сначала плыл на спине. Потом я плыл на груди, его там под бок взял. Я по-разному плыл, чтобы у него голова находилась наверху, а не в воде. Никита – профессиональный пловец. Позади 4 года водного поло. Как спасать людей на воде, парень знал давно. Но в жизни, признается, все получилось иначе. Не знал, как его тащить, потому что он же большой такой. Он был в сознании. Когда уже там ноги касались дна, я уже такой: отлично, что там он не утонул, что не я утонул. На берегу Никиту ждала гражданская подмога или семейный спасательный десант. Сестра парня также оперативно среагировала и вызвала скорую помощь. Дальше реанимация, но все обошлось. Если бы не он, я бы не выбрался в воде. Сегодня на Вульковском пляже они встретились второй раз. Тот страшный день теперь вспоминают с улыбкой. Но каждый из этой истории вынес свой урок. Если видишь, что нужна помощь, надо же все время помогать, если можешь. Больше не поеду. Как придется, покупаюсь 10 метров, 15 отбираю, дальше не пойду. И совет всем даю, чтобы на воде стереглись, оберегали. Вода – это коварно. Обычно так и бывает. Осознание приходит уже после. Но везет не всегда и не всем. Это подтверждает печальная статистика. Только с июня, когда стартовал нынешний купальный сезон, утонули 126 человек. Сколько бы спасатели ни прилагали усилий, информирование, авиапатрулирование, карта разрешенных пляжей, причины трагедии все те же. А спасение – риск для того, кто протягивает руку помощи. Не только подплыть быстро к человеку,
пока он не оказался под водой, но и вытащить его на берег, вплавь. Потому что человек взрослый, вес очень большой, и это очень сложно даже профессиональным матросам-спасателям. Поэтому я считаю, что это очень уникальный и особый случай. Теперь Никита – местная знаменитость. О подвиге школьника узнали и в Минске. Подростка приглашают на интервью. Про историю буквально трубит весь интернет. В копилке грамот – новая благодарность за храбрый поступок. Но самое главное – спасенная жизнь. Но если бы на месте Никиты был другой человек, все могло быть иначе. Ирина Плотская, Александр Зонов. Наши новости. Брестская область. Спорт на высоте птичьего полета. 15 команд и более 100 участников из Беларуси и России Гродно принимают чемпионат вооруженных сил по парашютному спорту. За победу борются команды сил спецоперации ВВС и ПВО, МЧС и сборная команда воздушно-десантных войск России, а также спортсмены аэроклубов. Соревновательной площадкой стал один из старейших аэродромов Беларуси – Каролино. В программе прыжки на точность высоты 1000 метров и акробатические прыжки с 2200 метров. Участвуют не только титулованные спортсмены, но и юниоры. Наравне с мужчинами соревнуются женщины. История чемпионата многолетняя, поэтому много семейных династий. Знакомство у нас произошло в 2006 году на аэродроме Боровая во время проведения сборов по парашютным прыжкам. Вот там мы, собственно говоря, встретились, и с тех пор мы вместе. 15 лет, да. Да, мы вместе тренируемся. Тренируемся. На соревнования ездим. Нашей дочке 8 лет, а младшему сыну 4 года. Они, можно сказать, выросли на аэродроме. То есть вот мы ездили на сборы вместе. Большой ветер сносит. Погода такая неустойчивая. Для прыжков сложная погода. И смотрим, вот как команды до нас прыгают. Смотрим, как у них получается. Кто не доходит, кто переходит, и пытаемся исправить ошибки. Спортсмены, которые покажут максимальный результат и которые не входят в состав сборной команды вооруженных сил по парашютному спорту, а также национальной сборной команды по парашютному спорту, им, естественно, будет предложена возможность вступить в эти организации, дабы развивать свои навыки и показать свое мастерство на международных соревнованиях. Это итоговые соревнования перед международными стартами. За право представить страну на мировой арене спортсмены будут бороться 5 дней. Победители определят в личном и командном зачете. А посмотреть на эффектный спорт приглашаются все желающие. Форма с отличием. К 1 августа школы страны должны определиться с образом учащихся. При этом в стране активно продолжается обсуждение обязательной школьной формы. Она должна быть удобной, практичной и обязательно с элементами своего декора. Примеры и варианты одежды отечественного производства уже есть в торговле. На сегодняшний день уже выпущено 700 моделей различных одежды. Это и швейные изделия, и трикотажные изделия всех видов для мальчиков, для девочек. 800 тысяч изделий уже находятся в продаже. Достоинства большие есть у школьной формы, что школьную форму может носить ребенок любого возраста. Мы выбирали школьную форму по запросам учащихся. Родители освобождены от выбора огромного количества вариантов одежды, то есть определенный стиль. Деловой стиль должен сохраняться. Отличительным элементом каждого учреждения могут стать нашивки или эмблемы на жилетах, пиджаках или рубашках учеников. При этом варианты цветов и фасонов моделей тоже готовы принять во внимание отечественные производители и отшить уникальные костюмы для каждого учебного заведения индивидуально. Витебск в ожидании славянского базара. Считанные дни до первых концертов. Город завершает последние приготовления. На главной площадке монтаж оборудования. Организаторы интригуют сюрпризами. Некоторые из них зрители уже оценили. Например, один из концертов побил рекорды в скорости приобретения билетов. Все подробности у Олега Шапеля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На улицах Витебска стало больше танцев и музыки. Значит, славянский базар уже близко. Впереди у участников калейдоскоп сценических площадок, потому репетиции и вечером, и ночью, и по дороге на фестивальную аккредитацию.
Мы танцуем с Абрами. Сейчас мы репетируем танец попури, миньоны. Также 13 числа будут флаги. Будет очень весело. Организаторы обещали сюрпризы. Специально для молодежных инициатив соорудили новую сцену возле концертного зала «Витебск». Здесь танцевальный опен-эйр две ночи подряд. Огромная сцена летнего амфитеатра стала еще больше. Теперь исполнителям достаточно сделать несколько шагов по специальному подиуму, и они окажутся от зрителей на расстоянии вытянутой руки. Загадкой была и программа союзного государства. И когда имя звездного участника стало известно, фанаты поставили рекорд по приобретению билетов. Благодаря нашей слаженной работе союзного государства, постоянного комитета, такое имя появилось. Это сольный концерт Дениса Мацуева в Витебской областной филармонии. И полный практически рекорд, потому что билеты в свободной продаже были минут 15 максимум. Для всемирно известного пианиста уже выбрали гостиничный номер. Интригу раскрывать не будем. Скажем, что это второй этаж отеля в самом центре Витебска. За несколько дней здесь побывает целая россыпь популярных исполнителей. Оставляют фото на память и посвящают стихи. Разлетаясь на брызги, сердце вытечет горлом. Пополам буду песней в полете разорван. Олег Газбанов. Ательеры уже которую неделю наблюдают повышенный спрос на отдых в Беларуси. Заполняемость гостиниц в Витебске огромная – 90%. Фестивальные дни, конечно, будет все 100. Ну, за мою бытность более 30 лет работы здесь, я не помню такого наплыва гостей. И мы рады каждый день каждому гостю, ну, а фестиваль для нас – это нечто такое. И приятно, что те гости, которые уже останавливались, снова у нас. В центре города все больше символов праздника. Устанавливаются торговые павильоны, новые указатели помогут гостям сориентироваться в фестивальных площадках. Город красят и наводят лоск, чтобы показаться во всей красе. Мы очень любим этот город, безумно любим. И хорошо довольны, что у нас родственники, что мы можем не только приехать посмотреть город, но и родственников навестить, да, своих. Мы всегда рады видеть всех. Мы очень приглашаем любим наш город. Мы очень любим всех приезжих гостей. Фестивалем Витебск будет жить неделю, до следующего понедельника. Концерты, сольные программы, спектакли, уличные представления, мастер-классы. Лучше один раз увидеть. Олег Шапин, Олег Горюнов. Наши новости. Уют по доступной цене. В Минске открылась выставка известного ивановского текстиля. Подушки, одеяло, покрывало – все из натуральных и качественных материалов. При их производстве используют только устойчивые красители, которые долго сохраняют расцветку и плотность. Бязь, поплин, сатин – здесь можно найти ткани на любой вкус и достаток. Широкий выбор подушек. Помимо привычных наполнителей пуха и пера, есть и экзотические – с эвкалиптом, бамбуком и верблюжьей шерстью. В нашем ассортименте предоставлены качественные комплекты постельного белья из 100% хлопка. Бязь, сатин, поплин, перкаль. Обширный выбор подушек и одеял. Вся продукция качественная, шьется под заказ в городе Иваново. Мы работаем с 10 утра до 7 вечера. Вот я покупала раньше ивановский текстиль. Мне очень нравится. У меня постельное белье из этого текстиля. Я покупала наборы. Мне очень нравится. Долговечность и качество этой продукции уже оценили многие жители стран СНГ. Теперь очередь Минска. Ярмарка работает ежедневно во Дворце культуры тракторного завода. В Большом сегодня подают любовный напиток по-итальянски. Оперный бестселлер «Донецетти» – последняя премьера сезона. Сцену главного театра страны превратили в солнечный пляж начала 20 века. Страсти там разворачиваются поистине горячие. В спектакле участвуют почти 200 человек. Солисты, артисты хора, миманса, детской студии. Своя роль и у маленького той-терьера. Александра Матяс, прямо в сердце. Самый любимый напиток в театральном меню. И большой попал в сети. Донецетти. Декорации город на юге пьянящей страны, словно в фильме «Феллини». Солнечная актриса Антонина Сацура ростом 106 сантиметров. Впервые на этой арене. Опера «Буф» – комичная итальянская опера. Эмоциональность, пантомима. И об этом коуч по итальянскому языку артистам говорит, что максимально много у вас должно быть контакта. В частности, во втором акте «Женский хор» у нас будет целый такой танец, танец рук. Под сводами Большого любовный напиток не разливался почти 60 лет. Ирония судьбы. Ценителям предлагают попробовать все тона и нотки четырех составов – сопрано, басов, баритонов. Семь теноров разучили сверхпопулярную классику – романс «Немарина». 190 лет назад
абсолютно гениально Доницетти предложил интерактив в театре. Традиция комедии дель'арте использована в этой истории. Мы стремились создать такой продукт, в прямом смысле этого слова, создать такой напиток, выпив который однажды, вы полюбите оперу навсегда. В белорусской версии шедевра изменили не только место действия в оригинале пьесы «Страна басков», но и 18 век уже в начале 20-го. Сюжет любовного напитка хрестоматийный. 2,5 часа борьбы бедного рыбака за сердце красавицы. Переодеваются еще несколько раз, поэтому это огромное количество костюмов. Это больше за 300. И надо сказать, что они все разные. То есть это как кино. Технические работники выходят на сцену. Это вот последние, которых нам сейчас нужно одеть. У штатных машинистов большого роли без слов, но ответственные. Один из самых объемных спектаклей в актуальном репертуаре. В эту гавань заходят и подводная лодка, и корабль. На нем шарлатан Дуль Камара, торговец чудо-зельем, со своей свитой. Хотя и бутафорское вино выбрано здесь в качестве эликсира, постановка опьяняет. Попробовать на вкус любовный напиток можно 2 вечера подряд. И занавес большой уходит на каникулы. Следующий сезон обещает быть не менее горячим. Он ведь 90-й. Билетов на премьерные показы в театральных кассах нет. Публика тоже угодила в сети Доницетти. Легкая музыка, которая у всех на слуху. Теперь поклонникам оперы еще и смотреть внимательно, чтобы испить до дна этот свежий любовный напиток. Александр Матиас, Александр Автухов, Родион Кабанович. Наши новости. Завтра, 12 июля, погоду будет определять активный циклон по имени Зельда с центром над территорией нашей страны. Он сформировался над востоком Черного моря и несет грозовые дожди с сильным ветром. Будет облачная влажность до 100%, ветер южный во многих районах сильный порывистый. Атмосферное давление высокое и будет интенсивно падать. Температура утром не выше 15 градусов и с учетом влажности и ветра будет казаться еще на пару градусов прохладнее. В середине дня на столбиках термометров от 14 по северной половине страны до 17 по юго-востоку. К вечеру от 13 по Минской области до 18 по Гродненской. В среду циклон начнет медленно смещаться с территории Беларуси в юго-восточном направлении, но продолжит удерживать ненастную погоду. Будет облачно, на большей части страны вновь дожди, ночью сильные, ветер северо-западный порывистый, временами сильный порывистый. Температура воздуха ночью 9-14, днем от 13 по востоку до 21 по западу. С четверга погода улучшится, дождей станет меньше, температура повысится. В середине дня ожидается 19-25. И у меня все на этом. Еще больше о погоде не только в нашем телеграм-канале «Рябов ответит». Подписывайтесь.